пищит, а не спит. Нет, он спит, это другой пищит. Открытые глазки. Открытые, он лежит же спокойно. Видно? Да, видно. Так, мышку. Мышка. Мышка. Вот это наша мышка, она... Наша мышка, она берет... Что она это? Сама. Чипсы. Она сама, потому что этих маленьких мы отделили от нее. И чипсы упали. Как обычно мышка, да? Чем ты увеличиваешь? Там кто-то есть живой. Мышка фокусируется. Вид из нашего окна. Да, идет дождь. Мамина красивая фиалка. Вот так вот фиалочка размножается листиком. Садишь листик, и выходит маленький росточек. Вот он здесь виден. Мама, хватит говорить лекции. Всем, всем уже понятно. Достаточно одного слова. Вырастает вот такой маленький. Все. Всем пока, вы были на моем канале. Это была нарезка кадров, и наши маленькие хомячки растут. Мама, еще покажи хомяков. Последние кадры. Сейчас они у нас живут отдельно. У нас даже выпущено прошлое видео, где говорится, что мы их... Ну, не говорится, а показано, что они отделены. Даже в описании написано. Все четыре штучки живут сейчас самостоятельно. Чтобы привыкнуть, когда мы их отдадим в зоомагазин. И, кстати, сейчас уже третья неделя. На четвертое уже надо их отдавать. Да, чтобы они нашли своих новых хозяев. До новых выпусков. Всего еще не знаю даже. Может, 4 выпуска, да. Всем пока.